Товарищ боец, остановитесь. Вы слышите? Это что за подразделение? Где ваш командир? Я спрашиваю, что за подразделение? Командира, ко мне! Товарищ майор, там рота какая-то чудная, как на парад идут. Тебя требуют. Ну и пошли их, пускай идут. Офицер у них наглый такой, требует. Как капельница. Оставить. Подходите. Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан. Пистолет убрать. А вы займите свое место в колонне. Не курю. Кухню замаскировали. Давайте двигайтесь, капитан Рюмин. И не задерживайтесь. Куда двигайтесь? Помаршируйте в окопах. В спины нам целиться будут. Туда двигайтесь. А мы куда? В скирты, что ли? Рота! Шагом! Марш! Неужели прямо из Кремля? Из Кремля, товарищ полковник. 240 человек? И все одного роста? Рост не ниже 183. Ваше вооружение? Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином. У каждого? Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? Ничего. Ничего. Ничего, капитан! Кроме кухни патронов, ничего! Это почти сутыл. Четвертая линия обороны. Ополченцы. Видите, с кем приходится воевать? Вижу. Трех линейки, и то не у всех. На этом пространстве должна дивизия располагаться. А у меня полк растянут. Ваша задача. Выдвинуться вперед на 6 километров, паться, без приказа не отступать. Все.
Разрешите идти, товарищ полковник? Идите. Подождите, капитан. Ну как там? В Кремле. Эй, братцы, где мое ружье? Здесь же оно лежало. Да не ружье, а винтовка. Это разные вещи. Как вы не понимаете? Так, подходи получать. По одной гранате и 25 патронов. Учиться надо, партнер, не заматывай. Не больше. Смешной ты человек. Давай быстрее. Но веселее, ребята. Давай. Товарищ лейтенант, подойдите ко мне. Взводу занять оборону на участке. Справа церковь. Вот. Стой. Слева опушка леса. Отрыть окоп в полный профиль. В форме полуподковы с ходами отхода. Церковь на кладбище и в то каменное строение. Вам ясен? План оборонительных работ. Так точно, ясен. Это самый выгодный участок. Что еще? Разрешите обратиться? Чем рыть, товарищ капитан? Хреном. Вас что, ястребов? Только вчера отсоски отняли, что ли? Так точно, есть. Окоп отрыть к 6:00. Есть. Лейтенант. Взвод разместите в крайних 7 домах. Спросите там. Лопаты, ломы. Есть. Это самый выгодный участок. Взводу занять позицию. Справа церковь, слева кладбище. Окоп отрыть в полный профиль к 6:00. С ходами сообщения в церковь, на кладбище. И вон в то каменное строение. Рыть так рыть. Третье отделение. Живо по хатам шукать ломы и лопаты. Отставить. Взвод разместить в крайних 7 домах, там и найдете. Ломы и лопаты. Товарищ лейтенант. Что у вас? Видите? Может, это диверсанты их не просочились? Подпустим или как, товарищ лейтенант? Да нет. Это же наши, славяне. Будько, Гвозденко, за мной. Разрешите помочь, товарищ капитан? Ногами давай, работай, друг. Давай ногами. Чья винтовка?
Это кто? Никто. Не понял? Не задавай ненужных вопросов, лейтенант. Он что, ранен? Нет. А что же? Не может он, непонятно, что ли? Откуда вы идете, товарищ капитан? Мы вышли из окружения, нечего нас допрашивать, лейтенант. Людей бы лучше накормил. Двое суток без... Почему сюда? А куда, лейтенант? Когда из окружения выходишь, дороги не выбираешь, понятно? Не понял, а где фронт? А ты где находишься? Ты не на фронте? Ты где находишься? А где ваша винтовка, товарищ боец? А я не винтовкой командовал. Я дивизией командовал, лейтенант. Приведите себя в порядок, как стоите! Я генерал-майор Эвиверсиев. Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру. Комком взвода. Я. Проводите, товарищ генерал-майора, к командиру. Есть. Обойдешься. Сам пойдешь. Есть. Товарищ капитан, шли от линии фронта. Товарищ генерал-майор Переверсев. Я сказал, я думал, а он... Предъявите документы. Я попрошу не здесь. Выдвиньте за ров отделение. Всех идущих оттуда в обход. В разговор ни с кем не вступать. И назначьте себе связного. Вы не должны каждый раз отлучаться в ваше место во взводе. Вперед, марш. Есть. Будько, Гвозденко, за мной. Ну что, ребята, замерзли? Будько, Гвозденко, ну как там у нас с ужином? Сейчас сделаем, товарищ лейтенант. Все будет, товарищ лейтенант. Первый, я четвертый. Как меня слышишь? Прием. Первый, я четвертый. Как меня слышишь? Прием. Первый, ты меня слышишь? Бросьте тянуться, Ястребов. Вы не на экзамене. Первый, кстати, первый. Что вам говорил о фронте красноармеец Переверзев? Курсанты слышали? Слышали. Генерал-майор... Ну, хорошо. Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец. Контуженный. Установил это я сам. Вы меня понимаете? Я все понял. Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич. Кажется, на нашем направлении прорвали фронт. К 5:00 привести взвод в полную боевую готовность. Есть. Zigaretten. Oder Feuer. Sag mal, lässt du deine Zigaretten immer im Auto? Ich weiß doch, dass deine schmecken. Na, du denkst mir auch, wo sind bloß diese Russen? Ach, da bin ich ja nicht dran. Lass mich doch in Ruhe, Feuer. Lass mich doch.
Рюмки прям. Бок врезали. Правда, товарищ лейтенант? Сейчас нам капитан не так за это врежет. Отставить! Это же разведчики были. А мы обнаружили себя раньше времени. Ну и черт с ними. Пускай знают. Что знают? А все. Пусть знают. Подумаешь, не прятаться же нам в скирды. Пусть знают. Мы им покажем, на чем свинья хвост носит. Ну что, Ястребов, не подбили? Как же, задымил один товарищ политрук. Да? А, вы их бронебойные с зажигателями, да? Угу. Но половину с простыми. А первый, по-моему, задымил точно. Ну, пусть знает. Деревня впереди занята противником, товарищ Ястребов. Силы по данному разведке значительны, так что я призываю вас, товарищи кремлевцы, к стойкости. Нужно, во что бы то ни стало, продержаться до подхода своего. Это шрапнель! Какая шрапнель? Это мины! Товарищ политрук, останьтесь. Хорошо, я остаюсь с вами, но командуйте вы. Взвод! Поодиночке! Вы что, Ястребов, с ума сошли? Без приказа это же отступление! Оставить! По местам! Прикажите лучше убрать винтовки, покрежет ведь! Убрать винтовки с бруствера! Товарищ лейтенант, что делать? Сам инструктор его, быстрее. Осторожно! Thank you.
Товарищ лейтенант, вы живы? Вы живы? Вы живы, товарищ лейтенант? Да, жив, жив. Слышите гул, товарищ капитан? Ага. С утра гудят. Наверное, наши. Танки накапливают. КВ, может? Я их по гулу узнаю. Нам бы КВ 4 штук бы хватило. Мы бы тогда рванули километров на 20. Прощупали бы. А? Это не наши танки. Как не наши? Это не наши танки, Алексей Алексеевич. Это немецкие танки. Мы в окружении. Как же ополченцы? Они ушли. Как это? С приказом или без приказа, не знаю. Отступили. А нам отступать нельзя. Я говорю это, потому что верю вам, Ястребов. И знаю, что об этом разговоре в роте никто не узнает. Но и оставаться тут нельзя. Танки с тыла — это верная, бессмысленная гибель. Бессмысленная. Я думаю, впереди у нас мотомеханизированный батальон. Или что-то в этом роде. Разведчики видели грузовики, автобусы. И, возможно, они там на временном отдыхе. План такой, Алексей. Ночью. Броском вперед. И выйти на клин. К своим. Но это пока только план. Никто не должен знать об этом. Ты понял меня? Я все понял. Как связной? С полка не вернулся? Оба не вернулись. Я уже и второго посылал. Товарищи кремлевцы, утром мной получен приказ. Приказ командования уничтожить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, выйти в район клина и соединиться с полком, которому мы приданы.
Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить здесь. Их эвакуирует другая часть. Командир взводов, ко мне. Комком взводов, развести людей, подготовиться к маршу. Налево! Шагом, марш! К оккупированному немцами селу рота подойдет с южной стороны. И в полчетвертого остановится в низине. Это вот здесь. Приказываю четвертому взводу выйти на опушку леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести 5 выстрелов по дворам и избам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда второй, первый и третий взводы бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает голых отступающих фашистов. Сейчас они побегут. Сейчас мы их. Внимание! Вот, за мной!
бутылками! Бутылками! Отдай! Отдай, проститутка, кому говорю? Я же убил тебя! Отдай! Кому говорю? Ласик, здесь то! Он как же свелен! Отдай! Что? Ну? Что ж ты стреляй? Отдай, проститутка! Пошли. Ein, zwei. Куда вы их? Распоряжение лейтенанта Гуляева. Гудко! Да. Гудко! Давай в развод, узнай, как там у них. Понял. Ну, Лёшка, пух разнесли, понимаешь? Во, видал? Дрыск! Где капитан? Там! А? Дрыск, понимаешь? Расположились здесь сволочи в одних кальсонах, спят. Что с пленными, товарищ капитан? Расстрелять. Бегом! Ястребов! Жив! Молодец! Ну, сейчас самое главное уйти отсюда. Вот! За мной! Уходим. Сюда! Уходим, ребята! Быстрее! Быстрее! Не задерживаться! Давай, давай, быстрее! Конвой, ко мне! Бегом к капитану Рюмину! Сволочи! Давай, ребята, бегом! Одних автобусов, что 40 броневиков. Да не 6, 8. Не останавливайтесь. Ну-ка, взяли. Давай. Быстрее, быстрее, ребята. Хорошо, что ли. Глубь леса, уходите. Ага. Да потерпи. Ну потерпи ты, браток. А то развел нуду. Доставим тебя в госпиталь. Там тебя заштопают. А через недельку выйдешь, как новенький. С орденами, кубиками. Не могу так, Алексей. Теперь ты понял? Мы не могли уйти просто так. Если дотянем до ночи, значит, будет все в порядке. А если... Разведчики. Разведчики вернулись, товарищ капитан. Товарищ капитан, деревня на востоке называется Красные Дворики. Наши оттуда ушли, немцев там не было.
Пошлите в деревню за водой раненых напоить. Гвозденко! Я. Ко мне. В деревню за водой. Товарищ капитан, разрешите, я влезу на сосну, бутылкой его шарахну. Никто и не услышит. Не стрелять! Не двигаться! Вверх не смотреть! Давай читай вслух. Кому же наконец выгодна эта борьба? Откройте глаза, и вы найдете... Что-что? Откройте глаза, и вы найдете ответ. Вы увидите, что выгодна ваша борьба только вашим руководителям. Слушай, что пишут? Только они еще ожидают чего-то от сталинского строя. Только они... Мужики, что там написано? Сволочи. Вы же... Да ни хрена там нет. В руках ваших вождей для достижения... Гитлер в плен клетит. А пропуск такой, бей, жида, политрука, морда просит кирпича. Чего, чего там? Как Пушкин. Физдюшкин. Слушай, Алексей, из окружения мы не вышли. Можно, конечно, попробовать идти на восток колонной. Раненых вперед. Днем? По открытому месту? Хоть бы на 200 метров поближе к своим. Нет. Лучше встретить их здесь, в лесу. Все-таки лес наш союзник. Дотянуть бы до вечера. Рота, внимание! Приготовиться к бою. Четвертому взводу перенести раненых туда, в ложбину. Первый, второй, третий взводы. Занять круговую оборону на опушке леса. Вы поняли, что умеете драться? Товарищ лейтенант, самолет сюда. Много. Давай к раненым. Есть. Внимание! Воздух! Мать его!
завел, а теперь... Тебе некуда, да? Наложил или ранен? Тихо ты. Танки. Где твоя СВТ? Я тебя спрашиваю, где твоя СВТ? Тут. Тут. И немецкий автомат тоже. А твоя? Ты! Ты! Тихо! Тихо! Сыть душу твою! Ты что? Товарищ лейтенант! Это вы! Товарищ лейтенант, я тут давно лежу. Не бойтесь, они мимо проходят. Не бойтесь, товарищ лейтенант. Товарищ. Товарищ лейтенант, нас тут не найдут. Вот увидите. Вставай. Вставай. Там все гибнут, а ты тут. Вставай, пошли, ну! Не надо.
Не надо, товарищ лейтенант, мы ничего не сможем. Нам нужно остаться живыми, слышите? Мы гадом потом всех. Мы гадом потом, как вчера ночью. Ай! Вставай. Ну, стреляй. Стреляй тогда. Или давай сперва я тебя. Лучше это самим, чем они нас потом раненых в плен. Ну, стреляй. Dieser verdammte Krieg gibt einem nicht mal mehr Zeit zum Trinkgeld, verdammt nochmal. Und ich dachte, du schiffst dir aus Angst in die Hosen. Mann, mach mich doch nicht an. Du hast auch mal nach deiner Mutter geschrien. Oh, die zwei sehen gar nicht gut aus. Komm, lasse liegen. Wir müssen weg hier. Sonst macht uns der Capo noch Ballett. Schau mal, wo unsere Jungs sind. Die sind schon ein ganzes Stück weiter als wir. Also ich seh dich ins Hemd. Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант, слышите? Так и дурак кашу съест, была бы ложка. Воюют-то они чем? Минометами, пикировщиками да танками? Это ты кому следует скажешь, чем они воюют. И как мы с тобой нынче воевали, тоже доложишь. А нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант. Докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке. Один? А я где был? Не знаю. Мало ли. Там кто-то все время стрелял по юнкерсам. Из пистолета. Кажется, сбил одного. Может, это вы были, а? Вот гад. Рота погибла, а он... Вот же гад. Да кому это нужно, чтобы мы тоже погибли? Немцам, что ли? Ты знаешь, о чем я говорю? Может, и знаю. Об НКВД, наверное. Ага. Вот-вот. Я своей и твоей совести. Ну, моя совесть чиста. Я вчера ночью честно один на один троих подсадил, как миленьких. А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. А вы как многие вчера, а? Одного. Худой, как скелет. Щупали, что ли? Документы проверил, он офицер был. А я дурак и не подумал насчет трофеев. Один вот только автомат и прихватил. Немцы. Вон они. Видите? Свои, свои. Выходите. Ну, я же говорил. Капитан. Алексей. Все. Больше никого. Наконец-то. Все. Больше никого. Пошли, пошли, пошли. Это те же скирды. Да. Здесь еще НКВД было. Ага. Ястребов, нам не надо туда. Подожди. Сейчас я выйду. Останься за часового. Есть. Тут должны быть пулеметные гнезда. А, вот. Все, давайте, товарищ капитан. Что? Заходите, а я свяжу затычку.
это все нам было показано еще в Испании. Негодяи. За это нас нельзя простить. Никогда. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Ничего. Ничего. Мы их потом. Как тогда ночью. Мы их всех потом. У нас они еще заблюют. Еще не так заблюют. За нами же Урал, Сибирь. Вы забыли, что ли? Урал и Сибирь. Да мы их потом, всех гадов. Покурить бы. Так это сейчас. Сейчас. У ребят есть, я знаю. Ну как отдохнули? Как у тещи. Ну ладно, я после зайду. Товарищ лейтенант, подождите. Держите, это вам с капитаном. И под низ держите, а то вывалится к чертовой матери. Я ж только так, я закурить хотел. Куда он попал? Да какая разница? Где похоронен? Надо его под кленом. Да где теперь клен-то найдешь? Ну тогда подальше от скирт, вон там. Гвоздынка, останешься с капитаном. Копать будем здесь. Дай мне штык. Да полно вам, товарищ лейтенант. Мы сами выроем. Дай мне штык.
Надо капитана перенести. Есть. Was hältst du denn bloß da? Komm mal schon raus. Hey, ein Offizier. Ja, Herr Offizier, sagen Sie mal, wieso haben Sie den Alten so eifrig geschleppt? Hey, schaut mal, was wir da für einen Fang gemacht haben. Das wird aber Freude geben, wenn wir heute zurückkehren, was? Und Geld gibt das vielleicht auch. Und was ist das bei euch? Schützenkraben? Oder vielleicht ein Kran? Sag mal, wo laden wir den Alten denn jetzt hier hin? Der liegt da drin, so tot. Tja, Jungs, was machen wir denn da? Zum Schnipsen, ne? Tja, ich weiß auch nicht. Ach, kommt, wir laden ihn einfach ein oder so. Und doch nicht. Ja, warum nicht? Irgendwie kommt mir der Typ komisch vor. Nee, der müsste schon mitkommen wollen. Ja, von wollen kann hier bekommen die Rede sein, was? Was ist? Ich muss den doch